Установка печатающего устройства, подключенного к домашней или рабочей сети. На примере XP810. Ваше устройство должно быть подключено к той же сети, что и ваш компьютер. Для этого зайдите в настройки Wi-Fi, далее «Состояние сети». На компьютере зайдите в «Устройство и принтеры». Далее «Установка принтера». В открывшемся окне выберите «Добавить сетевой беспроводной или Bluetooth принтер». Компьютер произведет поиск доступных устройств. Выберите нужный и нажмите «Далее». Произойдет установка драйверов. И в окне появится сообщение об успешной установке устройства. Здесь вы можете установить принтер по умолчанию, а также напечатать пробную страницу. Приятной печати!